Так, ну вот видео что-то не получилось, оборвалось. Я еще не привык к этому телефону. Тут вот это какая-то кнопка, голосовой помощник этот Bixby взял, туда нажал и камеру отключил. Вызвал этого помощника случайно. Так получилось. Она рядом. Кнопка с зумом. Вот, ну, как-то так. Вот они. Вот сейчас покажу. Вон он там черный играет. Вот это черная, видимо, голубка. Так, буду приближать. Вот она. Вот. И остальные. Один черный перс мой сел. Вот пока телефон чуть-чуть лежал, остывал. Вот они еще. Вот они еще идут. Чернорябая моя голубка. Перка. Черный и белый. 4. Перс сел 5. Еще кто-то был еще наверху, один белый какой-то. А вон он, по-моему, еще выше подходит. Это вот на всю приблизил уже. Вон они там. Вот эти вот мотаются здесь, а уже опускаются. Вот он белый. Сыграл кувырк. И вот они еще трое. Да, это голубка. В общем, 5 штук, 6. Вот еще пескуненок откуда-то тоже он с ними мотался. Вот он сбоку как-то подошел сверху. Вот он красный пескуненок. Он тоже был наверху. Так. Ну а 5 как не было, так и нету. Нигде, ни на горизонте, нигде. Это вот шейка мой. Вот с потянутой шеей голубь. Космонавт тоже. И вот эти вот остались. В общем, эти хорошо, хорошо ушли. Вот он черный. Так, не могу посчитать, они в разброс мотаются. 3, 5, 6, 6 штук. 6. Там вот сверху орлы проходят. Вон он пошел. Вон он орел на кого-то пошел атаковать, по-моему. Вот он наш складывается. А, нет, возвращается сюда. Если мой телефон туда берет. Вон он высоко и далеко. Где-то километр с лишним, наверное, будет до него. Вот, в общем, я так думаю, что вот те голуби, которые... точку ушли, вот они покрылись в голубом небе. На какой высоте они летают, я даже и понятия не имею. Но на небе на данный момент сейчас ни тучки нету, и голубей нету. Ровно 5 штук поднялись с хорошей стаи, не разлетались, а все, и улетели. Вот орлы прошли. Двое. И эти начали вроде бы падать, потом поднялись. А те в голубом небе покрылись, а все, голубей больше нету. Вернутся ли они обратно или нет, вот это уже под вопросом. Вот эти все. Так, черный, вот он садится. Это молодой. Молодой пескуненок. Так, белая. Белый. Это голубка белая, это уже не молодая. Садится. Так, здесь рыжий мраморный. Чернорябая нет. Эти не молодые. Эти все летают не молодые. Вот он голубь. Эх, хотел. В общем, никак не сядут. Вот они. Вот белый потянул. И не сыграл. Мраморный тоже, то вроде бы сыграет, то он рахида кусок, ничего не хочет, но летает, летает. О, белый потянул и ни хрена, даже ни разу не сыграл, наверху сыграл, а здесь лапы свои вытянул и все.
не хотим мы. Устал он. Видимо, устал. Вроде не задыхается. Вот две голубки осталось. Черная моя и чернорябая. Голубь, где ее, наверное, сел уже. Так, ну все, этих ждать даже не знаю, толку нету. Вот так одного вижу, одного я вижу. Вот так буду приближать на всю. Вон там кто-то на солнце появился, какой-то один. Там было два рябых каких-то и один, и три белых. Вот одного я увижу, что спускается. Вроде бы кажется, что это голубь. Больше ничего нету. И вот две голубки здесь мотаются. Почему не садятся? Хрен его знает. И того уже тоже сверху потерял. В общем, как-то так. Надо пока поставлю на паузу. Вот они. Не хотят они садиться. Вот что они с дуру мотаются. Какой-то сегодня у них день не такой. Ладно, подожду пока. Допью свое пока кофе. Вот она идет черная на посадку. Да. То летают, то не летают. Ладно, на паузу. Так, вот троих я нашел. Вот они, трое мои космонавты спустились. Это там дикорябый. Белый и еще какой-то рябы. Вот они, три штуки спустилось. Еще нету двух белых. И они пришли со стороны. Голуби пришли со стороны. Вот они у меня спустились с точки, покрылись в голубом небе и все. Вон пошли опять на большой круг заходить. Даже не могу. Больше камера не прибавляет. Вот они идут. Вот он, дикорябы мой. Вот он. Дикорябы и два этих. Тоже какой-то рябы и белый. Нету двух белых. Было пять штук. Но эти две голубки так и мотаются. Вот они. Не садятся. В общем, если они пришли вот оттуда, вот со стороны, снизу поселка пришли, и уже не с точки, а уже чуть ниже, метров на 500, я их так увидел, значит, кто-то их там погонял. Голуби не зря так ушли. И вот пока на данный момент минус два белых. Придут они или нет? Вон стрижи, вон как высоко мотаются. Вот когда стрижи высоко мотаются, голуби тоже поднимаются. Я вот так вот заметил, и стрижи летают, и не только у себя. И вот у Эдика был, смотрел. Вон этот. Голубка сидела на крыше. Так, ну эти две так и носятся здесь, а так, где эти трое? Эти трое. Сейчас буду приближать, покажу. Вон они, опять они высоту набирают. Вроде бы были чуть ниже, опять пошли наверх. Так, в общем, это дохлый номер. Так, а вот он, один какой-то. Рябы, это мой, я не знаю даже, что это такое. А, это пескуненок мой. Неужели он летал наверху? Он сильно маленький. Я даже и не думаю, что он. Может быть, он, может и летал. Так, их уже вот три стало. Трое здесь. Или он отделился от этих... От дикорябова упал резко. Я вот даже не знаю. Там вот белый один летает. Дикорябова я уже не вижу вообще. А вон оно выше. Да, это вот оттуда.
В общем, ладно, буду ждать низы, когда опустятся, а то они и эти две голубки мотаются, не падают. И пискуненок, оказывается, в космос улетал. Буду ждать, высоко они еще. Так, ну вот, оказывается, это летает с дикорябом, это мраморная голубка. Мраморная голубка летает. Никогда не думал, что голубка полетит вот так вот. Вот она, дикорябы. Мраморная, еще какой-то белый был наверху. Ага, эти. Сейчас мне на голову присядут. Давай, давай, осаживайте их, осаживайте их. Дикорябы крыльями хлопает. Вот она, мраморная. А вот дикорябы пошел. И опять высоту набрал. Пошел. Так, и вот еще белый, вот он мотается, его вон стрижи гоняет. Он дикарит, вот они сейчас вдвоем остались. Ух, сдернули. Вот они оба идут. Что-то голуби боятся. В общем, не буду их снимать. В принципе, на паузу поставлю. Но я думаю, уже и снимать не стоит это видео, наверное, и выкладывать не буду. Вот летают они и летают. В общем, есть результаты. То, что голуби летают. Вот он. Пискуненок с краю сидит. Вот он. Вот он, чернорябы. Я никогда не подумал, что он может улететь в космос. Он еще маленький. Вот потенциальная жертва ходит. Воды я им не поставил, она пришла к луже. Сейчас надо им воды поставить. Я их еще и не кормил. Полетали, запарились. А она и летать не летала, эта мраморная. Или 2 минуты. Так, ну все. Буду ждать еще белых. Еще 2 белых нету. Или 1 точно нету. Вот с дикорябом вот этот белый сейчас сел. Даже я не знаю. 1 то 100% нету. Ладно, всем удачи, всем пока.